Я вновь повстречался с надеждой, приятная встреча, она... А красавчане слышат виртуальный голос, и закладывают все эти вещи, и вот начинается раскрутка. Мой соавтор доклада, Астанский, мой тезка Юрий, живущий в Кирят-Атар, Израиль. Мы никогда не видели, мы слабо. Это действительно вот... Ты наша сестра, мы твои молчаливые. Просил в интернете, сделал его на Голосовском факультете университета тезиса. Молись кратко, ты наша сестра, мы твои молчаливые. Я не люблю провожатость, поэтому я проще. Тогда еще ходили поезда. Вот это вот наша обираловка, да? Город железнодорожный. Откуда такое имя обираловка? Вот такая с моей одноклассницей там живет. Я потом не узнал. Более того, мы живем, пока молоды. Но она все равно себя как дома, что ты брал? Сейчас там уничтожается оружие на заводе химическое. Ну, по секрету скажу, во время разговора приватного заместителя Шиха, он мне сказал... Сестра, мы твои торопливые судьи, нам выпало счастье, ты скрылась из глаз, ты наша сестра, мы твои торопливые судьи. Загнано под землю столько эшелонов, что пусть сколько угодно уничтожают, и я А вторая линия, это там же был танковое училище в Саратове, готовили танкисты. Немецких танкистов. Немецких танкистов. Они тоже нам показали, что хорошо науку освоили, да? Да. И, наконец, третья веточка, это Вернер фон Браун и Королёв. Так вот, длиннющие туннели под этой таинственной медведицей грядой, где якобы НЛО летает и прочее. Вот в 30-х, нет, раньше, в 26-м году началось сооружение железнодорожной ветки от Саратова, станция Таминская, якобы на Миллерово. Но если посмотреть по карте, это Брест. Она пересекает. Нас юность сводила, до старость вела.